Звоните в скорую. Больно. Ну, звоните. Больно. Тихо, тихо, тихо. Руды первые. Мне больно. Алло, скорая? У нас тут, похоже, роды тихо, неожиданные. Вы ночью стоите в консультации? Нет. Документов регистрации нет. Да какой папаша? Тихо, тихо, тихо. Я просто мимо пробегал. Роды первые? Центральный бар. Роды первые у да, вас? Да, недалеко от входа. Тихо, 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 тихо. Хорошо, ждем. Сказали, минут через 10. Ничего, ничего, минут 10. Сами беда. Сами беда, я умру. Не умри, у меня мама умерла при родах. У меня сестра тоже. Может быть, на машине быстрее будет, а скоро пока попробуем. Давай. Давай. Молодец. Мужчина, давайте побыстрее. Игорь. Вот. Что? Меня Игорь зовут, а вас? Отдыхаем. Анна, мы не успеем. Тихо, вот уже потуги пошли. Давай. Тушься. Давай. Вот, Ланис, отдыхаем. Вот, головка пошла, тушься. Давай, вот, молодец. Вот, молодец. Давай, молодец. Давай. Все, молодец. Мальчик. Да, все хорошо. Давай. Да, все, молодец. Спасибо, родная. Спасибо вам, Игорь. Может, пойдете к нам водителем? Нам скорость нужна. Я подумаю. Как вы ловко. Я такое только в кино видел. У нас такое кино каждый день. Хотела домой забежать. Теперь не получится, ладно? Кстати, ну, с учетом того, где мы с вами познакомились. Да. Я собираюсь марафон бежать. Вы как? Могли бы вместе тренироваться. Вы знаете, Игорь, после того, что между нами было, мы просто обязаны тренироваться друг с другом. Ну и хорошо. Тогда до завтра. До завтра. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Новорожденным привет. Доброе утро. Привет. Я вижу, ты хорошо побегала. Оформляй эту красавицу, пока без пульса там разберемся. Михалыч уходит. Лучше главврач, которого я знала. Ань, ну все-таки сколько ему лет? Пора уже. Ну как я вот тут замков за каменной стеной? Ну как я теперь наукой-то буду заниматься? Анечка, не волнуйтесь. Вы врач. Вот и занимаетесь чистой медициной, инновациями, исследованиями, и вот даже эти, сейчас очень модно говорить, нанотехнологиями. У нас под домом 100 лет автомойка. Выхожу, написано. Наномойка. С ума можно сойти. Так что не переживайте. А хозяйством будет заниматься совершенно другой человек. Спасибо большое. Да. Настоящий администратор от науки.
Всем здрасте. О, не-не-не, забудьте, давайте я. С этого момента вы забудьте о том, что вы умеете открывать шампанское. Это буду делать я. Понятно. Ну что, Андрюш, наливайте. Браво, браво, Андрюш. Браво. Хорошо. Берите, пожалуйста. Ну что, друзья, позвольте вам представить, Андрей Юрьевич, как все вы уже знаете, мой преемник. Ну, я думаю, у нас будет еще время познакомиться. Просто я хотел сказать, что у меня большие планы на реорганизацию нашей клиники. В принципе, если он будет рулить клиникой так же, как шампанское разливает, жизнь этого станет лучше. Я не против. Пациенты будут здоровее, на слишком хорошенький для руководителя. Доход врачей, я думаю, умеет. Хорошенький. Одним словом, я попытаюсь поставить нашу клинику на более коммерческую основу. От этого все выиграют. Какой запах. Слышно с улицы. Пирог сливовый, борщ. Гордимся? Гордимся. У меня подгорел. У тебя бы подгорел. Ты бы даже плиту забыл включить. Я же вот так замуж выйду, ты же с голоду помрешь. Я иногда вообще удивляюсь, кого я такая хозяюшка. Ты чего? Да. Начальника нового принесло. И как он? Симпатичный? Непонятно. Не знаю, сработаемся ли. Уж больно активный. Так это же отличное качество для мужчины. Ну, а у тебя как дела? У меня? Я влюбилась. Кого? Однокурсника? Педагог. У него ресницы такие. Ну, ресницы, да, это аргумент, конечно. А сколько ему лет? Лет 40, наверное. Не знаю. Но мы же сейчас не про цифры, мы уж про любовь. Ну, да. Ой, он такой шутит всю дорогу. Лер, ну 40-то это как-то крепковато. У него семья есть? Может, и есть. Лер. Мам. Но мы еще с ним даже не знакомы. А ты уже с рентгеном к нему бежать готова. Лера, просто 40 – это много. Для кого? Для тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. А что у нас здесь за переполох? Несколько палат становятся коммерческими. По-моему, никто не против. Всем будет прибавка к зарплате. А почему... Мы дождемся мойки. Вам заняться нечем? Что за дурацкое переселение народов? Переворачивайте все вверх дном. Анечка, поверьте, скоро здесь будет город-сад. Анечка? Мест станет больше. Всем поднимем зарплату, вам в том числе. Спасибо. Пожалуйста, Анна Петровна, хорошего дня. Анна Петровна, срочно нужны в родблоке, пожалуйста. Что у нас случилось? Ягодичное предлежание. Ну кто? Я интерн, я просто не успел сообщить дежурному врачу. Да ягодичное предлежание, он решил сам здесь рожать, представляете? Вы что здесь делаете без дежурного врача? Пациентку привезли в тяжелом предродовом состоянии, я сам принял решение принимать роды. Вы кто такой, чтобы сам принимать решение? Сам он принял решение. Сейчас, моя миленькая, посмотрим. Давай, давай, Ванечка, все. Кесарево делать поздно. Срочно зови педиатра. Угу. Педиатр! Рожать будем. Идите сюда. Да. Тихо. Так. Хорошо, все. Дышим. Молодец. Так, тужимся. Давай. Отдыхаем. Отдыхаем. Педиатр сейчас будет. Смотрите. Идите сюда. Да. Тихо. Тужимся. Давай. Еще немножко, давай, ты умничка, давай, 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 постараемся, давай. Все,
вижу, малыш появился, мальчик. Вот, давай, 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 давай. Уже почти. Вот, молодец. Молодец. Сюда идите ко мне. Смотрите. Да. Вот, все, все, умница. Молодец, мальчик. Вот, 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 умничка, молодец, молодец. Вот такой вот мальчик у нас плачет, вот. Угу. Декер. Красавчик. Понятно. Как вы себя чувствуете? Ты хороший. Блестящий специалист. Ну что, мир? Мир. Но у меня все равно для вас страшная новость. Нам некоторое время придется поделить этот кабинет вместе. Моим ремонт. Вместе? Но в качестве компенсации я предлагаю обед. Обед. Вот увидите, у нас здесь будет образцовый роддом. А еще бутерброды. Хватит одного. Сюда еще туристов иностранных водить будем на экскурсию. Позвольте. Со временем все исправим, два бизнес-ланча. Все починим. Добрый день. Все сделаем в лучшем виде. Спасибо. Ну, вы только весло не взрывайте, у нас ведь многое хорошее. Не хотелось бы все на туристов поменять. Вас мы оставим, как самое лучшее. Я видел, как вы сегодня принимали роды и понял, о чем мне говорил Михаил Михайлович. Вы гениальный врач. Но это скучное администрирование оставьте мне. Ладно? Приятно писать. И где ее история болезни? Так, мужчины, подождите, пожалуйста, здесь. Хорошо. Хорошо? Давайте документы. Боже упаси, Соня, не ставьте грязь. Ой, а что происходит? Нам велено перекрасить тут стены из грязно-желтого в нежно-салатовый. Прости, кем велено? Да что ж за наказание. Андрей Юрьевич, вы в своем уме? У нас полный роддом рожениц. Какой ремонт? Какие краски? Краски? Краски отличные, быстросохнущие, без запаха. Роженицы даже не заметят. Тем более они не красить пришли. Стены обмерить, красить потом. А во время мойки ремонт нельзя сделать? Соня, проводите к объекту. Конечно, за мной. Бери стремянку. Анна Петровна, вы извините, у меня там контейнер с оборудованием разгружает. Надо проследить. Вы знаете, такое отличное место вошло. Начнем оттуда. Оптом по дешевке. Ну, мало ли. На втором этаже. Надо обо всем позаботиться. Рулетку достань. Такой энергичный. Прям хоть батарейки от него заряжай. Ну, не заводись. Ничего он плохого не делает. Поэтому не кипи. Нет, ну, в общем, он мне нравится, конечно. Я против. Я... Привет. Привет. Я против, когда меняется устоявшийся порядок годами. Годами. Да. Ну, наконец-то вернулись наши врачихи. Ну, девочки, ну мы вас целый час ждем. Ну, нельзя так ну, много работы. Люсь, но бывший все же должен помогать. Дети же его. Ой, он никогда ими не интересовался. Правильно, Люсь. Да бог с ним пусть катится. Да, бог с ним. Как это бог с ним? Да животные своих детей выкармливают, а этот... Вот именно. Девочки, я вам не мешаю. Ой, Нин, какой же у тебя муж, ну? Прям родной человек. А мне вечно какие-то недоделанные попадаются. Лючка, зато у тебя мальчики прекрасные. Ой, это точно. Мальчики у меня чудо. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ой, да не нужны мне его деньги. Я хоть и медсестра, а получаю больше, чем он. У нас ведь столько платят, не то, что у вас. Ты не понимаешь, стоило этот диплом получать? Люсь, ты знаешь, мы идейные. Идейные дуры вы, вот вы кто. А я ведь судьбу свою встретила. Опять. Миллионера. Опять? Вот зря смеетесь. Зря. Я ведь о подруге подумала. Угу. У нас хирург новый появился. Такой хороший. Синие глаза. Начинается. Синие, Аня. Синие. Надо брать. Надо брать.
Послушай, он не женатый, разведенный, идеальный. Давайте я с ним познакомлю. Все, Люсь, угомонись. Ты слышала? Угомонись. Аня! Ты когда последний раз на свидание ходила, а? Я не помню, когда она была на свидании. Я не помню. Аня, иди сюда. Сюда иди. Посмотри на нее. На кого ты похожа? Что это, джинсики и кофточка? Надо быть оригинальной. Конечно. Тогда мужчины к тебе потянутся. Конечно. Как-то накрутись. Я уже все. Что все? На свидание отходилась. Платье надень. Аня! А? Здравствуйте. Ой, Игорь, здравствуйте. Меня так напугали. Простите. Поздновато вы и без зонта. Ну да. А мы каждую пятницу с однокурсницами встречаемся. Вот такая у нас традиция. Здорово. Засиделись. А я уже забыл, когда последний раз однокурсников видел. Зато с одноклассниками вместе на рыбалку ездим. О, у меня папа рыбалку любил, брал меня с собой. Хотите, я вас тоже с собой возьму? Не уверена. А вы такой прям молодец. Бегаете, рыбачите. Я еще и гуляю по вечерам. И рожениц спасаете. Такой прям супермен. Моя бывшая жена так и считала. Давно разошлись? Полгода. Ну, по сути, года полтора. Угу. Ей хотелось престижного мужа, а я что? Что? Инженер-технолог, нефтепереработка, трубы, оборудование. Не прославишься. Думаете, престижного, недоброго и умного, заботливого? Я, конечно, был не очень заботливый. Она от этого страдала. Потом перестала доверять, а когда пропадает доверие, это все конец. Вы так спокойно об этом говорите, обычно бывших ругают. Что? За что мне ругать? Она прекрасный человек. А я мужем был не ахти. Работал много, внимания ей практически не уделял. Детей не завели, в общем, все было как-то сумбурно и несерьезно. Ну вот, пришли. Значит, вы здесь живете. Угу. Аня, знаете, мне кажется, что наши с вами встречи явно не случайны, как вы считаете? Игорь, вы очень симпатичный человек. Но давайте будем просто готовиться к марафону. Знаете, у меня такая жизнь. Работа, дочь, мне перемен ни к чему. А вот соратник мне не повредит. Я все понял. Значит, будем просто готовиться к марафону. Угу. До свидания. До свидания. Анна Петровна? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что случилось? Ну так чудесно. Обалдеть. Верка, куда вы идете? Вы слышите? А куда? Аня, что это такое? Как я, ничего? Ничего? Это просто отпад. Спасибо. Ого. Так, интересно, это в честь чего так? Ну... Просто вы меня с Люськой достали. Доброе утро. Аня, ну как мне теперь с вами работать? Вы знаете, акушер не имеет права быть таким красивым. Чашку мою лучше ставить на подставку. И халат должен висеть в шкафу.
Слушайте, не выгулить такое платье и прическу – это просто преступление. Я вас приглашаю в одно очень интересное местечко. Яблочко хотите? Яблочко хотите. Андрей, сегодня очень много пациентов. Никуда ваши пациенты не денутся. Отдыхать тоже нужно, это я вам как врач говорю. Ну, давайте сходим. Анализы отличные. Все идет прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. По-моему, нам с тобой предстоят идеальные роды. Спасибо. Животик опустился, в любой момент могут начаться схватки. Это опасно? Да все будет хорошо. Только не тяни. Хорошо. Я тогда завтра позвоню и приеду, да? А то дела еще кое-какие нужно решить дома, по работе. Угу. Завтра жду на госпитализацию. Договорились? Это чудо-добавка. Пьешь 10 дней, и шансы забеременеть в разы вырастают. Ой, Люсь, ты еще соды попей. Она вообще от всего помогает. И посмотри, миленько так написали. Специально, чтобы никто не прочел. Да ладно. Подорожник. Измельченный сухой подорожник. Все, больше тут ничего нет. Вот как? Вот как, скажи, как бедной, честной женщине прожить в этом жестоком мире? Действительно, подорожник. Моя девочка. Верина, анализы опять пропали. Вечно на этой смене что-то не так. Привет, Люсь. Вау! Обалдеть! А ты что это так хорошо выглядишь, а? Она влюбилась. Да ладно, в кого? Мужик хороший? Богатый? Давай, давай, рассказывай, Люсь. Сразу прям влюбилась, но нравится мне один. Главврач Андрей. Ой, Андрей? Главврач? Ой. Это очень хорошее место, я тебе гарантирую. Здорово, брат. Привет. Что сегодня будем пить? Ты что будешь? Вино, водку? Вино. Давай, водку мне, дай. Ну как вообще, тебе здесь нравится? Зажим. Тампон. Извлекаем. Зашиваем. Слабенький. 6-7 баллов, так что прилежит к УВЗе под наблюдением.
С этого момента, Аня, вы мой герой. Спасибо. Такое мастерство, там же шансов совсем не было. Знаете, с этими домашними родами все как с ума посходили. Это точно. Как главврач, прописываю вам успокоительное. А, не откажусь. Все-таки самое приятное в нашей профессии, знаете, это что... когда после родов снимаешь перчатки. Такое облегчение. Вы просто врач от Бога. Позвольте расцеловать ваши руки. Покайтесь, маменька, во всех грехах, и ничего вам за это не будет. Мирка. Я влюбилась. Так, так, ну-ка, стоп. Это надо зафиксировать срочно. Нет. Коллега по работе. Мне кажется, это оно. Что, тетя Люся счастлива? О, еще бы. Ну, у тебя как? Ой, у меня вообще анекдот. До сих пор не могу с тем преподавателем познакомиться. Ну, Лер, ему 40, тебе 18. Понимаешь, что это вообще, ну, не серьезно? Мам, ну это ж смешно. Я шучу над ним, он смеется. Не доводи старика. Вот увидишь. Я найду способ, как с ним познакомиться. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, я тут, знаешь, что подумала? Да. А приходите ко мне как-нибудь в гости. Я вас с дочкой познакомлю. Ну, как я могу отказаться от такого заманчивого предложения? Я за. Она очень вкусно готовит. Вам понравится. Да не поведется он. Я тебе говорю. Не мешай. Смотри. Девушка, давайте я вам помогу, я будущий врач. Ты идиот? Тут все будущие врачи. Все ясно, болевой шок. Диагностика. От судьбы не уйдешь. Да, без ремня и правда далеко не уйдешь. Ни от судьбы, ни от ремонта. Вы, конечно, можете совсем от нее избавиться, но давайте дадим сумке второй шанс. Тут неподалеку есть мастерская. Я вас провожу, а то мало ли куда вас еще судьба заведет. Пойдемте. Сначала пятка. А потом плавный перекат на основную часть стопы. Вот так правильно. Если с носка начинать, это лишняя нагрузка на опорно-двигательный аппарат.
Ну, как Википедия. У нормальных людей это называется ноги. Кстати, и кроссовки нужны другие. Да? Эти не годятся. Привет. Спасибо большое. Ух ты. Нравится? Да, я очень люблю украшения ручной работы. Раньше сама их делала. Слушай, ты же мне обещал со своими друзьями познакомить. Думаю, пока не стоит. Они все сплошь циничные и неприятные люди, они тебе не понравятся. Так, первый ком. С какой попытки? С третьей. Я боюсь ужасно. У меня предчувствие какое-то. Предчувствие ерунда. Мне вас знакомая посоветовала. Сказала, что вы ей жизнь спасли. Значит, и я рожу, да? Правда? Родите, куда вы денете. Раздевайтесь. Пройдем полное обследование и будем готовиться. Сейчас сдадим с вами все анализы. Еще родим. Ну, а дальше? В общем, потом этот профессор мне 2 месяца на занятия не пускал. Приходилось проникать туда инкогнито. Обидчивый был старый дуралей. Я бы сейчас с удовольствием с тобой проникла бы куда-нибудь инкогнито. Или не сейчас, а вечером. А ты пробовала здесь фисташковое мороженое? Я не помню. Не помнишь? Значит, не пробовала. Такое не сбывается. Будьте добры, 2 фисташковых мороженых. Мы один раз на анатомичке такой десерт соорудили. Надеюсь, ты не брезгливый, потому что мы там взяли... Давай поедем ко мне домой. Или сходим куда-нибудь, я соскучилась. Как жаль, я не могу ни сегодня, ни завтра. Дела. Какие? Ну, очень серьезно, никак не вырваться. Извини. А послезавтра? Послезавтра постараюсь. Я не могу сказать, что все закончилось, но как-то все... Понимаешь, Люсь, как-то все медленно, что ли? Я не знаю. Аня, я тебе сразу говорила, Андрей этот не твой герой. Не нужно, это не ставь, я такой не ем. Я буду ставь. Я тебе не даю, я Ане даю. Муж должен быть вот такой, как мой Витек. Спокойный, надежный. Желательно, чтобы ты его давно знала. А этот плейбой, нет, нам такой не подходит. Люсь. Ты знаешь, Нин, сложно в нашем возрасте найти человека, которого знаешь всю жизнь. Ну, я понимаю, но Андрей... И вообще, Ань, нормальный спад. Это нормально, когда долго-долго или вообще может завянуть. Ты думаешь? Завянуть. В нашем возрасте любой мужичонка хорош. Ну, что ж, то плейбой. Правда, за него замуж не выйдешь. Но главное, как говорится, не выяснять отношений. Угу. Вот и все. Да. А, кстати, вот ты рассказывала этот Игорь. Игорь? Игорь! Очень хороший мужчина. Обрати на него внимание. Такой положительный весь. Игорь, девочки, прекрасно разбирается в кроссовках и правильной постановке пятки при беге и ходьбе. А это важно. Это очень важно. Девочки. Мне так Андрей нравится. Держи, билет у меня или у тебя? Не знаю.
Прости, прости меня, пожалуйста. Слушай, я всегда мечтала это сделать, но порядочным девочкам было нельзя. Подожди. Немного подождем, для меня это, знаешь, все, что происходит, как-то немного неожиданно серьезно. Я хочу, чтобы это все было по-настоящему, но давай немного подождем, мне нужно время. Ладно, раз кино все равно не заладилось, пойдем, мне надо переодеться, а потом я тебя провожу. Ну, кино уже отменяется чуть-чуть. Я пить хочу. По дороге заедем в какое-нибудь кафе. Ну, все уже закрыто. Тебе что, чаю жалко? Никогда не происходило ничего более прекрасного, чем ты. Надо будет тебя сегодня с моей мамой познакомить. Не, сегодня я не могу, я работаю допоздна. А с твоей мамой я обязательно познакомлюсь. Я тебе обещаю. Доброе утро. Доброе утро. Я подумал, что сама вы их купите себе лет через 100. А к тому моменту мы уже точно марафон пробежать не сможем. Поэтому решил взять инициативу на себя. Игорь, я очень тронута вашим вниманием, но я не смогу ответить вам подобное. Не нужен мне никакой ответ, не выдумывайте. Давайте будем считать, что я ваш личный тренер, и мне нужна компания. Переобувайтесь. Спасибо. Ну что, как раз? В самый раз. Ну вот, совсем другое дело. Да, одни. Угу. Послушайте, я буду присутствовать на родах. Мы со Светой уже договорились. А вы кто, простите? Я муж. А, муж. Да. Ну а почему нет? Это обычная практика, желание похвальное. Ну, я бы поддержал. Да. Прошу прощения, как вас зовут? Меня Костя. А, Константин. Вы знаете, мне кажется, нам будет просто не до вас, не мужское это дело присутствовать на родах. Там такой антураж, нервная обстановка, знаете ли. Ну и пусть. Я отец и имею полное право. Согласен. Я хотел вас спросить, вы не очень обидитесь, если мы будем заняты родами и не сможем вам уделить время и не вызовем помощь, когда вы упадете в обморок? Послушайте, я не трус какой-нибудь. Нет, трус, вы все так говорите, когда дело доходит, так открою вам секрет. Мужчины очень хрупкие создания. Вот вы так все говорите, дело не в трусости, а потом берете и падаете. Ну, вообще-то я тоже мужчина и пока еще ни разу в обморок не падал. Держался как-то. Я думаю, Константин тоже справится. Да. Давайте пока оставим девушек одних, им есть чем заняться, ну а мы с вами это обсудим. Хорошо. Да, Андрею Юрьевичу ему виднее, Константин. Так, ну теперь о главном. Угу. Витамины принимаем? Да. Андрей. А. Слушай, ничего, что я так вот не круто я с этим Костей. Есть немного. Что тебе жалко? Ну пускай поучаствует в родах. Ну пускай поучаствует. Я так устала. Работа, дом, работа, дом. Ну да, такой график, что любой может устать. Может, сходим куда-нибудь? Погуляем или в кафе, или к тебе, или ко мне. Я очень сожалею, но никак не могу. Я тебе говорил уже, у меня появилась причина. Но как только первый человек, который об этом узнает, будешь ты.
В общем, так весь месяц ничего не происходит. Как 17-летняя девочка, бегаю за ним. Андрей, давай созвонимся. Сегодня не можешь, давай завтра. Прям себя не узнаю. Может, у него завелся кто-нибудь? Нин, да ты что? Ну, он целый день на работе. Или в институте преподает. Когда? Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Угу. Да. Тем быстрее ее губим. Аня, прекрати. Да, прекрати. Прекрати. Девочки, он такой классный. Мамочка, ты себе представить не можешь, какой он. Я даже не сомневаюсь, что самый лучший на свете. Я его так люблю. Я такая счастливая. А я счастлива, что ты счастлива. Жалко, что мы никак с женихами не пересечемся. М? Вот синяя. Лер, ну, ты там будь поосторожней со своим этим педагогом, преподавателем. Ну, ты понимаешь, о чем? Если честно, уже нет. Что нет? Ну, я уже не слишком осторожна. Я беременна. Что с вами? Километр остался. Нервы на пределе. Сил нет. Ой, я почти не сплю просто. Сейчас. Ой, не могу. Случилось что-то? А? На работе. Может, вам отпуск взять? У дочери роман с преподавателем. И мне это все очень чрезвычайно не нравится. Ну, девочки имеют такое свойство вырастать. Влюбляются, заводят романы. Это нормально. Для мамы, конечно, это всегда полная неожиданность. Но, насколько я понимаю, ей же 18 лет тоже есть? Есть. И беременность уже есть. Ух ты. А вот это уже серьезно. Именно. А я об этом человеке ничего не знаю. Представляете, ему 40 лет, она девочка совсем. Слушайте, может, давайте лучше я, а? Поговорим с ним по-мужски. Нет, я сама, спасибо, Игорь. Я все привыкла решать сама. Справлюсь, спасибо. Не доверяйте. Простите, жизнь научила. Доверяю теперь только самой себе. Понятно. Возражать, видимо, бесполезно. Лера, а вдруг он растеряется? Ну, все-таки мужчина не всегда бывает в восторге от таких новостей. Но вдруг скажет, это вообще не его проблема. Мам, он никогда так не скажет. Я его очень хорошо знаю. Андрей меня любит и никогда не бросит. Знаешь, по моему опыту... Мам, у меня теперь опыт свой. У меня для тебя сюрприз. Какой красивый. Спасибо. У меня для тебя тоже сюрприз есть. Какой?
Закрой глаза. Ладно, я пошутила, не закрывай. Чувствуешь? А что я должен почувствовать? Тепло. Там маленький Андрюша. Я беременна. Сколько себя помню, я всегда боялся этого. Панически. А сейчас? Ну, ты мой хороший. Я счастлив. Очень счастлив. Ну, это правильно. Как ты себя чувствуешь? Да хорошо. Ты понимаешь, тебе придется академ брать? Разберемся, не волнуйся. Угу. И ты переезжаешь ко мне. Нам нужно пожениться. Нам срочно нужно пожениться. Я еще тебя с мамой со своей познакомлю. Тебе такое предстоит. Это рентген всего человека, особенно мозга. А маме сколько лет? А, ну да. Ну ничего, я, конечно, старый, но придется брать обаяние. Буду хвалить ей пирожки, варенье, надо купить ей цветы. Она не печет пирожков. А поговорить придется. Что-то я волнуюсь, ну ничего, главное, чтобы она мне тебя на растерзание отдала. Так ты к чему? Ты помнишь, вы с Витькой, когда в отпуск уехали, у меня первые роды, роженица умерла. Помнишь? Ну, конечно, помню, Ань. И как ты рыдала в трубку, помню, как Лерку удочерила. Слушай, у меня все нормально с памятью. Я, конечно, может, девушка уже не очень молодая, но, знаешь, еще вменяемая. А чего ты о ней вспомнила? Аня, ку-ку. Сосредоточься, я тебе вопрос задала. Лерка беременна. Да ты что? От этого преподавателя? Ага, я вот историю матери нашла. Угу. Поздний гистоз и отек мозга? А у Лерки есть отеки на лице? Кажется, да. Соленая ест килограмм мне, бедные почки. Надо немедленно гнать ее на обследование. Дело 100% того, что патология может повториться. Ань, ну, знаешь, но, конечно, перестраховаться нужно. Подожди. Какой гистоз, а? Какие роды? И вообще нужно немедленно прерывание делать, Аня. А преподавателя этого засудить. Просто его, негодяя, засудить. За растление несовершеннолетних. Подонок. Негодяй и подонок. Они типа любят друг друга, понимаешь? Типа что они делают друг с другом? Ему 40, ей 18. Какая любовь может быть, кроме отеческой? Анечка, Ань. Ты его хотя бы видела? Нет. Обещали зайти познакомиться. Все будет хорошо. Мы же пытались забеременеть несколько лет, представляете? Угу. Вот, никак не получалось. У меня муж даже на развод хотел подать. Говорит, зачем тебе бесплодный? Найди себе здорового. Додумался? Ой, потом с третьей попытки эко получилось. Знаете, до сих пор не верится. Мы же с мужем даже придумали имена близнецам. Хотите, скажу, как мы решили их назвать? Настя, а? Я вот о чем хотела бы поговорить с вами. Вы знаете, что у вас патология почек. Ну да. Вот беременность дала такое осложнение на почки, что происходит неконтролируемое повышение давления. То есть что-то не так? Да, Настя, не так. И решением консилиума, чтобы спасти вашу жизнь, мы должны прервать беременность. Как прервать? Нет, я не буду ничего прерывать. Я ничего прерывать не буду. Вы же знаете, сколько мы ждали этого ребенка. Как я могу прервать беременность, если мы так долго... Настя, сейчас перед нами стоит реальная угроза вашей жизни, понимаете? И вашей близнецов. Вы это понимаете? Мы сейчас
должны в первую очередь думать о вашем здоровье. А вы уверены, что ничего нельзя сделать? К сожалению, я уверена. И не я одна. Мы сейчас будем с вами сильными. Настя, все будет хорошо, я буду с вами. Да. Привет. Привет. Ну, мой милый. Вкуснятина. Да. Что-то мрачное. Люсь, вот скажи мне, с Андреем как-то все вяло развивается. Скажи мне честно, может, я старая? Здрасте, приехали. Ну ты что, в 40 лет жизнь только начинается. Ну, как в этом известном фильме говорили-то? Да это в фильме, это жизнь. Ну, смотри, как у Лерки все быстро. Раз, забеременела. Какого-то педагога, которого я даже не видела. А у меня, смотри, с Андреем все наоборот. Как-то все застыло на этой романтической фазе. Ну, скажи, а что-то было у вас, а? Нет. Ничего такого особенного и не было. Ну, так. Гуляли, в клуб пригласил меня, с друзьями познакомил. Все. Вот помню, у меня был случай. Люсь, мне кажется, если вот взрослых людей очень много романтики, это как-то ненормально. А ну-ка расскажи мне поподробнее про вашу романтику. Ну, он очень мил. Мне так. Даже нравится. Вот кормит меня завтраками после дежурства. На обед приглашает. Цветы в вазу ставят, как будто бы мне. В общем-то, мне жаловаться не на что. Но... Завтраки, цветы, тоска. Люсь, правда, тоска. Именно заниженная самооценка, но мне это нравится. Хотя, с другой стороны, я как врач считаю, что если у взрослых людей все очень медленно и нерешительно, это ненормально. Вот именно! Вот именно! Как-то вот, понимаешь, когда медленно, это очень подозрительно. Может, он больной? Нет. А что, вот у меня случай был. Ухаживал за мной один. Целый год, представляешь, год! По ресторанам водил, в театры, консерватории. А потом говорит, я импотент. Да. Нет, он не такой. У него, он такой милый, слишком много девушек знаком. Это тоже очень подозрительно, когда слишком много девушек. Мужчина должен быть напористым. Он тебе уже давно должен был сделать предложение. Такой звезде, как ты. Да. Да. А может быть, он женат? Да нет. Да нет, не женат. А что там у Лерки с пенсионером? Любовь у нее с пенсионером. Вот я не понимаю, вот хоть убей, не понимаю, но ты же мать. Как ты до сих пор с ним не познакомилась? Ты же мать. Вот смотрите, здесь галочка. Я ничего подписывать не буду. Да кстати, от меня! Женщина, это обычное самое согласие на госпитализацию, на использование лекарств. Все его подписывают. А я вам не все, понятно? Так, позовите мне главного. Главного мне немедленно! Девушка, вам нельзя нервничать. Вы сейчас себе же хуже сделаете. Сейчас доктор придет, все вам объяснит. Здравствуйте. Вот не хочет подписывать. Так, вы главный, да? Да. Прекрасно. Мне нужно письменное подтверждение, что ребенку не буду перерезать пуповину до того, как я разрешу. И никаких перчаток. И еще плаценту отдадут мне. Давайте мы сейчас успокоимся, я вас посмотрю. Смотрите себя! Было бы еще на что смотреть. Ой, 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 ой. Вам надо лечь, потому что, может быть, вам сидеть уже нельзя, понимаете? Я сказала, подпишите бумагу! А я сама решу, сидеть мне или лежать. И никаких уколов, слышите? Так и запишите, никаких уколов. Здравствуйте, я главврач, об этих вопросах лучше со мной. Вы представляете, не хотят подписывать документы, собираются меня осматривать. А я, может быть, не хочу уколов? Ну, поймите, но нельзя пуповину сразу перерезать, и плаценту нужно мне отдать. Я даже заявление привезла из дома, его не подписывают. Я вас очень хорошо понимаю, мы подпишем все, что вам нужно. Где ваше заявление? Вот. Хорошо, так. Все будет хорошо. Я прямо здесь сейчас при вас подпишу это, но медсестре нужно взять кровь на анализ. Не-н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 е надо. Подождите, вас нужно смотреть. Роды у вас, родите скоро. Как роды? Ой-ой-ой, мамочки, не надо! Давайте посмотрим вас, давайте. Все? Все замечательно. Все хорошо.
Все полное, надо ехать. А? Вы знаете, правда, здесь неудобно. Давайте переместимся в родблок. Только сами вы не пойдете, вас повезут на каталке, хорошо? А ваше заявление, которое я подписала, я рядом с вами положу, хорошо? Так, доктор, только вы никуда не уйдете. Хорошо, я буду с вами до конца. Ну, то есть до самого начала, хорошо? Да? Поехали. Ой. Каталку. Доктор, я скоро прям, ну, дрожу. У меня там все в порядке. Абсолютно все в порядке. Мы для этого и собрались, чтобы у вас все было в порядке. Ой, мамочки, рожаю. Страшно так. Зачем я с этим Васькой связалась? Красотка поздно спохватилась. Сонь. Давайте подпишите наши бумаги, а то мы ваши бумаги подписали, а вы наши нет. И давайте я резиночку вас сниму, у нас в родблоке примета такая, чтобы ребеночек легче шел. Просто дипломат. Министр иностранных дел. Я за раздельное питание. Плохой полицейский, хороший полицейский. Давай. Еще чуть-чуть, давай, головка пошла, давай. Умничка, молодец, молодец. Все, отдыхаем. Подождите, вот стоп, я же обещал. Скорее бери. Спасибо вам, доктор. Самый лучший доктор на свете. Роды принимала я, лучше доктор ты. Пуповина не обрезана, плацента ваша. Ну, пациенту еще родить надо. Давайте потужимся. Давайте. Вот, умничка. Все. Молодец. Все, молодец. Аня, слушай, что-то я себя плохо чувствую. Вообще, как какое-то прям старое пожеванное пальто. У тебя нет этого витамина С? Может, и давление ты не мерила? Сегодня магнитные бури обещали. Вас в приемную вызывают, там буйная какая-то. Прости меня сейчас. Ничего. Ай-яй-яй. Ну-ка, так сюда. А вы это делаешь, я вкусно, между прочим. Мам, ты в норме вообще? Да. У тебя отеки. Какие отеки? Я прекрасно себя чувствую. Завтра же приходи обследоваться. Начинается. Лер, тебе надо взвешиваться каждый день. И диету соблюдать. Мам, какая диета? Объясни. Какая диета? У меня живота еще даже не видно. Специальная диета. Я врач с огромным опытом, он, к сожалению, нерадостный. Ты предсказуемая до зевоты. Я просто забыла, что вы людей с ровным давлением спасаете, а детей своих при первой возможности пичкаете антибиотиками. Лера, у меня есть причина волноваться. Мам, ты меня родила? Ну вот и я рожу. А я пока пойду погуляю. Надеюсь, у меня от этого лишние килограммы не прибавятся. Так давай прямо сейчас. Мама дома. Прямо сейчас? Ну да. Ну что, вот так вот без приглашений, без церемоний? Какие уже церемонии? Моя мама, кстати, очень хорошая. Просто она очень хочет посмотреть в глаза отцу своего будущего внука. Я бы тоже на ее месте хотел. А еще бы я хотел открутить ему голову. Ну хорошо. Давай тогда не прямо сейчас. Надо хоть как-то подготовиться, цветы купить. Подумать. Давай в четверг. Хорошо, я предупрежу ее. А ты можешь совершить для меня маленький подвиг? Полюбить твою маму как родную? Видишь шарик на дереве? Можешь достать его для меня? Лучше бы ты хотела соленых огурцов, это я тебе как доктор говорю. Но с шариком я справлюсь. Ну, давай. Хорошо, ты не ушибся. Я герой. Любите меня. Ну что, как сегодня? Уже легче, но все равно тяжело. Ничего. Бег, если его правильно использовать, помогает в любых проблемах. Если что-то гнетет, надо освободиться, найти выход. Иначе психика давит на тело и
не дает ему расслабиться. Для меня вот бег уже давно единственное лекарство. Ну, чтобы этим лекарством воспользоваться, нужно еще силы найти. Ерунда. Силы как раз они от бега и приходят. Чем больше бегаешь, тем больше сил. Прям какой-то бегун, наркоман. Не без этого. Догоняйте. А я вам говорю, я уже принял решение. То есть мы приняли решение. Константин, мне кажется, вам лучше будет подождать за дверью. Конечно. Мы знаем свое дело, нам помощники не нужны. Нам будет просто не до вас, поверьте. Роды – это серьезный физиологический процесс. И надо дать возможность мамочке не держать лицо перед своим мужем, а свободно рожать. Понимаете? Рожать. Да, да. И даже если у нас все пойдет идеально, а я уверена, у нас будет все прекрасно, ничего романтического в родах нет, поверьте. Давайте. Я знаю, я читал. И все-таки я обязан быть рядом с будущим ребенком. Да бог с вами, присутствуйте. Но если вы пойдете в обморок, я вами заниматься не буду. И не надо. Так, вот мой мобильный. Пускай звонит. Здравствуйте. Здравствуйте. Анечка, можно на минутку? Извините. Слушай, хочу сегодня пораньше с работы уйти. Лерка соизволила меня познакомить со своим женихом. Жду не дождусь. Аня. Ну ладно, ладно, не бойся. Не буду я его трогать. Просто посмотрю в его честные глаза. Я беременна. Нинка, вы с ума сошли? Ну, поздравляю. Да, конечно. С чем тут поздравлять? Мне бабушкой пора становиться, а тут здравствуйте, молодая мать. Это куром на смех. Засмеют нас люди, засмеют. Слушай, ну перестань. Я хочу тебе еще кое-что сказать. Ну? Мне кажется, Витя мой мне изменяет. Да брось ты. Твой Витька самый верный муж на свете, вернее, не бывает. Вы же детского сада с ним вместе. У вас даже можно у кого-то одного анализ крови брать. А я сейчас не смеюсь. Постоянно на работе задерживается. Бесконечно какие-то непонятные звонки. Мы с ним ругаемся каждый день. А тут теперь еще и это. В общем, так. Я буду делать аборт. Сделать его надо быстро, чтобы об этом никто не узнал. Нин, давай мы с тобой поступим так. Сядь. Сядь, сядь, сядь. Да сядь. Мы сейчас с тобой успокоимся. Все как следует обдумаем. Попей водички. Я все решила уже. Ну хорошо, я не могу сейчас с тобой в коридоре на эту тему разговаривать. Нет. Но есть еще время, мы все успеем. Сделаем, сделаем. Пей. Сделаем. Насте резко стало плохо, лекарства не действуют. Какой Настя? У которой эко? Ну да, у нее уже угроза. Ты что, пойдем, пойдем. Да, алло. Послушай. Настя, у которой эко. Ей очень плохо. Я возвращаюсь. Мам! Мам, смотри, кого я тебе привела! Мам! Ее задержали, видимо, на работе. Она у меня врач очень крутой, я не говорила. Ну… Проходи. Прохожу. И чувствую себя как дома. Я говорю, ничего вообще было. Не дано рожать, не рожай. Зачем это эко было надо делать, а? Соня, готовимся к кесареву. Какое давление?
А это мой фирменный шоколадный торт. Я думаю, ты такого ни разу не пробовал. Держи. Такая ты смешная. Бигли? Да. Такая смешная. А это у тебя кто? Это моя мама. Так у тебя мама молодая. Врач, говоришь? Да, постоянно в своей больнице зависает. Она у меня супер врач. Только не говори, что у тебя аллергия на шоколад. Не-не, я очень, очень люблю шоколадный торт. Всю жизнь мечтал о нем. А мама скоро придет? Да не знаю, я его звоню-звоню, она трубку не берет. У нее опять, наверное, какие-то роды сложные. У них такое бывает. Топчат. Извлекаем первого ребенка. Состояние матери. Критическое. Зажим. Мама не отвечает. У нее опять, наверное, какие-то проблемы на работе. Это ничего, нам все равно придется с ней познакомиться. Раз у нас с тобой все так серьезно. А у нас что с тобой, прям свадьба будет? Там белое платье, фата, все дела. Обязательно. Вау. Прямо завтра пойдем в ЗАГС. Надо заявление подать. Там все равно месяц ждать надо. Но это даже хорошо. Я как раз кое-какие свои дела улажу. Какие? Я хочу начать нашу семейную жизнь с чистого листа. Для меня это очень важно. Совершенно новая жизнь. Не понимаю. У меня и так жизнь с чистого листа. Это потому, что ты чистая и прекрасная. И молодая, а я старый пень. Ладно, я пойду. А ты завтра паспорт не забудь. У тебя же уже есть паспорт? Об этом надо было раньше думать. Маме пока ничего не говори, хорошо? Надо это как-то торжественно. Ну, я пошел. Извлекаем второго ребенка. Ребенок мертв. Давление. Давление падает. Чьем? Нин, у Лерки ведь такой же диагноз. Ой, Ань, уговори ее сделать прерывание. Веришь, я не могу. Это я виновата. Не надо было мне время терять, не надо было тебе звонить. Могла попросить какую-нибудь санитарку и заниматься этой Настей. Перестань, Нин. Сколько у тебя этих родов-то было? Ты сделала все, что могла, сделала все правильно. А судьбу ее нельзя переиграть. Вот это очень жаль. Но если судьба преподносит подарок, ты же знаешь, как я отношусь к абортам? Оставь ее. Или его. Но если хочет родиться, пусть родится. Ань, давай, ты будешь девочек в приемной уговаривать. Меня не надо. Пальчики такие маленькие. А гукать будет.
как они пахнут. Ты помнишь? Займись своей Лерой. И если ты мне аборт не сделаешь, пойду к другому врачу. Привет. Привет. Мы с Андреем чай допили. И торт весь съели. Ну, правда, в основном я съела, но это не важно. Ну, прости меня, развернулись с полдороги сложная операция. Да я все понимаю. А Андрей, кстати, предложил завтра в ЗАГС пойти. Почему завтра? Ну, он, правда, просил тебя пока ничего не говорить. Лера, если это очень не нравится. Я, честно, не понимаю, почему надо скрывать, что вы женитесь от меня, от всех окружающих. Эта ситуация выглядит уже вопиющей. А кто скрывает-то? Как такое скроешь? Да, действительно. Мам, ну он просто очень романтичный. Он хочет к тебе там прийти в костюмчике, с цветами. Почему ты во всем видишь какую-то опасность? Мне зачем тут нужен в костюме и с цветами? Объясни мне, пожалуйста. Так дай мне телефон моего мобильный. Поговорю с этим загадочным принцем. Я-то найду, о чем с ним побеседовать. Давай. Да не надо с ним ни о чем беседовать, тем более в таком настроении. Я не понимаю, почему нельзя просто порадоваться? Лера, чему? Чему я должна радоваться? Что моя дочь обрюхатил какой-то старый маразматик? Он, между прочим, на 2 года моложе тебя. А, на 2 года моложе меня, ну да. Это меняет дело. Мам. Мам, ну я не хочу все портить перед свадьбой. Господи, свадьбой. Ну я же тебе говорила, мы завтра в ЗАГС собираемся. Лера, как такое вообще возможно? Моя дочь беременная. Собирается замуж за человека, которого я вообще не видела. Как такое возможно? Знаешь, мам, если бы ты вовремя приехала, ты бы его увидела. Тебе, по-моему, самой это не очень нужно. Лерочка, ну я собиралась прийти. Я же тебе объяснила. Тебе больница важнее родной дочери. Я пойду погуляю. Мне надо встретиться с тобой. Ну, давай завтра. Нет, сейчас. Так подожди же, мы только что с тобой. Я помню, у меня ребенок, а не амнезия. Что случилось? Ладно, хорошо, приезжай ко мне, главное не волнуйся. Привет. Решили вечером добрать. Полегчало? Да не особо. Я просто подумала, а вдруг вы правы, и бег действительно исцеляет. Вот, решила полечиться от беспокойства. С дочерью поругались. Как вы догадались? Ну, я вас уже немного изучил. Да, мало того, что она беременная, а человек, который не хочет показывать мне на глаза, так она себя еще плохо чувствует. Я это лучше знаю, чем она. И я, понимаете, здесь совершенно бессильна. А хочешь, я с ним поговорю? Ну, серьезно, это правда как-то очень все странно. Номер телефона его есть? Да нет, у меня номера телефона. Я даже не знаю, как его зовут. А нет, знаю, Андрей его зовут. А работает где? А, ну да, в институте. Ну, может, к нему в гости сходить? Ты только скажи. Подождите, мы перешли на «ты»? Хорошо, давайте на «вы». Не надо на «вы», на «ты» так на «ты». Ладно, спасибо за предложение. Я сама справлюсь. Все-таки я мать как-никак. Все, у меня лечебный сеанс, я побежала, пока. Кстати, неплохо выглядишь, молодец. Люся, у меня такое ощущение, как будто все это не со мной происходит. У Лерки анализы отвратительные. Чувствует она себя плохо. Пришел этот жених недавно к нам в гости. Меня, как обычно, дома не было. Народу меня вызвали. Ага.
Ругалась страшно. Ой, ну ладно. Ну, не застал он тебя дома. Ну, тоже мне трагедия. Ну, бывает. Главное, что он хочет на ней жениться, вот это вот молодец. Меня больше твой Андрей волнует. Все-таки мужик должен быть решительнее. И вообще, отстань от дочери. Какая странная, как я могу отстать? Вот ты хоть можешь убить меня, но все-таки ты должна быть счастливая. Потому что ты счастливая для Лерки гораздо полезнее, чем твои истерики. Да какие истерики? Это не истерики, это нормальная реакция взволнованной матери. Матери, у которой совершенно нет своей личной жизни и которая отрывается на жизни своей дочери. Тебе легко говорить, ты счастливая. Ну, послушай. Ну, я ж тебя очень сильно люблю. Только я могу сказать тебе правду. Вот возьми и займись собой. Понимаешь? Слушай, может, мне позвонить ему самой, а? Вот это молодец. Прямо сейчас? Конечно. Пошли. Давай. Сам звонит. Сам. Что тебе? Я возьму трубку. Конечно. А что сказать? Привет, Андрей. Привет, Андрей. Привет. Да, да, я в курсе этой истории с Настей. Мы же предполагали, что там. Слушай, давай об этом завтра поговорим на работе. Аня, я о другом хочу поговорить. Поужинаем сегодня? Сегодня? Да. Да, могу. Я поняла. До встречи. Что мне одеть? Утюг. Смотри. Так, вот это. Не-не, это тебя полнит. Угу. Так, а вот такое мое любимое, яркое. Убери, старомодный фасон. Убери. Не хочу видеть. Вот это мини. Это лучше отдай Лере. Да. Слушай, у меня только вот это осталось последнее. А вот это то, что нужно. Как он вовремя позвонил. Так устала переживать за Лерку. Просто хочется, чтобы кто-нибудь взял тебя на ручки. Может, извиниться с мертвой точки, а? У нее серьезная патология почек. Уже видны симптомы, анализы плохие. Возможно, осложнение в родах. Ты прости, что я тебя гружу. Нет, нет, все нормально. Я просто не знаю, что делать. Места себе не нахожу. Но это же обычно наследственное. У тебя что, были трудности при родах? Ты вроде никогда не говорила про проблемы с почками. А мои почки здесь ни при чем. Я вообще здесь... ни при чем. Тогда я что-то не понимаю. Лера не моя дочь. Я ее удочерила. Никогда не говорила ей об этом, не собиралась говорить. Я же не знала, что она так рано начнет обрастать потомством. Еще черт знает от кого. Представляешь, я даже не знаю, кто ее жених. Какой-то проходимец лет 40. Подожди, я просто... что-то я не понимаю, что Лера не твоя дочь? Нет, не моя. Ну, то есть моя дочь. Ну да, не родная. Ну, в каком-то смысле это даже... слава богу. Это, конечно, какое-то роковое обстоятельство, но... теперь, я думаю, это даже и к лучшему. Аня, дело в том, что тот самый Лерин, 40-летний проходимец, про которого ты сейчас рассказывала, это я. Мы с Лерой. Я честно тебе скажу, что я только недавно узнал о том, что она твоя дочь. Ну, то, что она не твоя дочь, а вот ты... Господи, это какая-то фантастическая история. Никогда бы не поверил в такие совпадения. Ты знаешь, единственное, что меня оправдывает. Я тебе честно скажу, у меня было много женщин.
Они были разные по возрасту, иногда они были одновременно. Я... Ты прости, что я тебе это все рассказываю. Я просто хочу, чтобы ты понимал, насколько для меня происходящее серьезно. Я действительно люблю ее. И мы с ней познакомились именно после того, как у нас с тобой... Ну, именно в тот момент у нас с тобой все приостановилось. Аня, прости, я сам не представляю, как это могло произойти. Я тебя позвал сюда именно для того, чтобы рассказать все это. Значит так. Лере ничего не говорим. Даже не вздумай. Она сейчас в тяжелом положении. Сама не понимает, насколько это опасно, если ко всему этому прибавятся еще и нервы. Это конец, она не перенесет. Да, да. Я все понимаю. Для меня Лера и ее состояние на первом месте. Вот и хорошо. А вообще все хорошо. Да? Что мы встретились, поговорили. Да, ты просто не представляешь, какое для меня это облегчение. Угу. Мне домой пора. Да, я провожу. Прости, заслужил. Согласен, заслужил. Поехали домой. Ань, ну что такое? Ну что с тобой опять? Я знаю, прости. Ой, все, я не могу. Ты не держишь. Дыхание никуда не годится. Стой. Стой. Дай руку. На пульс вообще отдаст. Что с тобой? Ты вообще спала сегодня? У тебя что, дежурство было? Плохо. Лера беременная. Самое главное, знает кого. Я очень за нее боюсь. Послушай, ты... Ну, ты же просто носишься по кругу и сама себя загоняешь. Постарайся хотя бы себя привести в форму. Ты же так в клинику невроза загремишь. Я знаю, знаю. Надо какие-то таблетки успокоительные пить. Какие успокоительные таблетки? С ума сошла? Никаких успокоительных таблеток. Ты же врач, не понимаешь, что происходит? Это же простая химия. У тебя сейчас явная нехватка серотонина. Ну, можно, конечно, пить таблетки, а можно просто... Да, только не говори, что надо бегать. Именно бегать. Ой, нет. Сейчас. Бегать, но не так, как ты, а по-настоящему. До изнеможения. И вот когда появится второе дыхание, тогда все и произойдет. Ой, нет. Сейчас. Кстати, ты знаешь, что все марафонцы наркоманы? А, никогда не думала об этом. Действительно, допинг, да, принимают? Самое страшное наркомания – это когда тебе не требуется никаких дополнительных средств. Все есть при тебе. Угу. Ты просто бежишь и получаешь то, что нужно. То есть ты хочешь подсадить меня на иглу моего собственного организма? Ну, Дебаба или Фрейзер, ты все равно никогда не станешь. Ну, от депрессии избавишься 100%. Ладно, поняла, побежала. Догоняй. Лер. Лерик, ёлки-палки. Ты когда пойдешь обследоваться? Мам, не сейчас. Ой, бедная девочка. Ну где же твой жених, а? Почему он тут не бегает с тазами и полотенцами? А? Ну перестань. Как я могу перестать? Кажется, в ЗАГС сегодня собирались. Вечером. Вечером или завтра, или послезавтра. Мама, Андрей меня любит. И никогда меня не просит. Лера, если мужчина к 40 годам не обзавелся семьей, это наводит на мысль, что с ним что-то не так. Боже, мама! Эти стареющие ловеласы.
Сегодня ты ему нравишься, завтра он будет бегать за другой юбкой. А ты будешь сидеть одна с ребенком. Напей. Вот как ты можешь так говорить про человека, которого ты даже ни разу не видела? Я не видела? Я что, я других не видела? Как можно такому мужчине доверить семью и ребенка? Ты просто потрясающая. Ты его уже во всех смертных грехах обвинила. Ты с ним даже ни разу не общалась. Что ты вообще знаешь об отношениях? То есть? То и есть. Я вообще иногда удивляюсь, как ты меня родила. Это вообще не твое дело, дурочка. Да, алло. Алло, Анна Петровна, у нас тут в коммерческой роды. Да, срочно. Поняла. Еду. Пей. Мам. Я на работу. Ну, мам. Аккуратненько, аккуратненько заходим. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Все будет хорошо. Присаживаемся, не нервничаем. Сейчас врач придет. Все будет хорошо. У нас знаете, какие врачи? Очень, очень хорошие врачи. Они вам помогут, все. Воды выпьете? Алло, Андрюш, привет. Нет, нет, ничего не случилось. Просто вырвало немного. Это просто кошмар какой-то. Я с мамой поругалась, что мне делать? Лера, Лера, не плачь. Лера, успокойся, пожалуйста. Ты просто посмотри на все ее глазами. Она мать, она переживает за тебя, волнуется. Лера, поверь мне, в конце концов, все будет хорошо. Нет, ну, конечно, я не знаю, ну... Лера, Лер! Все хорошо. Здравствуйте. А вот и Анна Петровна. Здравствуйте, Анна Петровна. Как себя чувствуем? Сердцебиение не прослушивается. Сейчас я вас посмотрю. Давайте. Все отлично. УЗИ и монитор. Ну как отлично? Я же вижу, вы нервничаете все, значит, плохо. Нет, нет. Все отлично, все под контролем. Вот отошли, будем рожать скоро. Не волнуйтесь. Сердцебиение совсем не слышно, нужно срочно кесарить. Ну что, рожаем? Как? Вот так вот. Сонечка, едем в родблок, да? Уже рожаем? Да, вот да, так вот рожаем. Так. Пора. А как же Андрей? Андрей трубку не берет. Будем оперировать, потом все разберемся. Хорошо. Я поняла. Лера. Лера, подожди, ты как? Лера. Просто ужас какой-то. У меня как болит голова, меня тошнит. Сейчас еще мать приедет, начнет опять орать на меня. Чуть-чуть, спокойно, спокойно. Это все 9 месяцев продолжается. Нет, ну что, нет, нет. Это только в начале так. Ну, конечно, всякое бывает, но не волнуйся, все будет хорошо. Давай давление тебе померим. Где у тебя птичка? Там. Давай ты уже с ней познакомишься, и вы все решите. А то он меня со своим волнением скоро в гроб загонит. Просто кошмар какой-то. Мы до этого с мамой вообще никогда не ссорились. 140 на 100. Это очень высоко. Андрюш, давай сбежим. Нет. Так нельзя, что мы воры какие-то.
Надо сделать все по уму. Я поговорю с твоей мамой, мы подадим заявление. Поженимся. Она просто очень сильно за тебя беспокоится. Я здесь не останусь. Значит, я в парке ночевать буду. Какой еще парк? Ну вот выпей это. Хорошо, я к Светке пойду. А, черт. Нет, никакой Светки я тебя, конечно, не отпущу. Поехали тогда ко мне. Только записку маме напиши. Записку напишу. Не, мне кажется, в какой-то ловушке. Представляешь, если он не женится на ней? А если женится, может, это еще хуже. Ну все, не переживай так. Ну ты просто вся извелась. Надо как-то отвлечься. Может, ты мне поживешь? Ну как я могу у тебя пожить? У меня Лерка в таком положении. Ой, Турочка даже не подозревает ничего. Так все тяжело. Сегодня пришлось соврать, что у меня внеплановое дежурство. Ну, не могу я домой идти, вот ноги не идут. Так я и говорю, у нас поживи. Как раз успокоишься, отвлечешься, побудешь с людьми, которые тебя любят, давно знают. И, пожалуйста, Анечка, отложи сейчас все, не принимай никаких важных решений. Я тебя очень прошу, хорошо? Аня, извините, можно тебе на секундочку? Как ты можешь так поступать? А что такое? У Ольги воды отошли, сердцебиение в норме. Я не об этом. Как ты можешь так поступать с Лерой? Мы с тобой о чем-то договорились. Помогать ей. Зачем ты вынимаешь ей мозги? Это я вынимаю мозги? И это говоришь мне ты? Слава богу, вы здесь, Анна Петровна. Там женщина умирает. Анна Петровна, быстрее. Господи, боже мой. Слава богу, все обошлось. Это слава богу. Вы должны были сразу со мной связаться. Я звонила, ты не брал трубку. Значит, надо было набрать еще раз. Знаешь что, ты приходишь на работу к обеду. Без тебя здесь многое может произойти. Я главврач. Андрей Юрьевич. У меня, между прочим, есть другие дела, из-за которых, да, я могу приходить позже. Правда? Я даже знаю, какие. Что за намеки, Анна Петровна? А это не намеки, Андрей Юрьевич, это негодование. Андрей Юрьевич, ну действительно, ребеночек... Займитесь, пожалуйста, своими делами. Мы как-нибудь сами разберемся. Извините. Лера побудет у меня. Успокоится, я за ней присмотрю. В конце концов, я тоже врач. Ну, что там у меня? Все в норме, тонуса нет. Живот мягкий. Какая же ты счастливая, что ты можешь родить. Я вот все думаю о зове крови, родстве. Я хоть Лерку-то и вырастила, она все равно мне как чужая. Ладно, одевайся. Аня, что ты такое говоришь, а? Абсолютно Лера твоя девочка. Как узнает, что мы с Андреем ее ненаглядным в одной клинике работаем? Тут такое будет. Ой, узнает, ну и узнает. Да мало ли кто с кем работает. Ой, а вдруг она догадается, что у нас с ним что-то было, а? Ань, ну а что у вас такого было, а? Два раза сходили вместе на концерт. Все, не смеши меня, Аня. Ну, я рассказывала ей, как я влюблена. Ужас. Я тут тебе все полный стандарт написала. Резус, ВИЧ, гепатит, все. Сдай. А что это такое? Анализы.
А зачем мне это все сдавать? Я ребенка оставлять не собираюсь. Сдай, что доктор велит. Аня, ты мне все выписала, как для родов. А я собираюсь сделать аборт. Ну, я просто подумала, раз такое дело, почему бы не пройти диспансеризацию? Все-таки тебе 42 года. Сдай кровь. Чего ты мне голову морочишь? Ты что, думаешь, я не понимаю, что ты время тянешь? Ты считаешь, я передумаю? Нин, ты моя подруга 20 лет. Сдай, чтобы моя душа была спокойна. Ну, ради меня. Кто тут у нас суперврач? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что у нас? По-моему, схватки. Правда, не уверена. Седьмые роды, и вы не уверены? Дело в том, что шестые были такие быстрые. Вот боюсь седьмые пропустить. Хочу родить здесь у вас, а не где-нибудь в машине. Вам надо делать перерывы между родами, хотя бы 3-4 года. Вы кормите, наверное, параллельно? Ну да. Почки беспокоят, спина болит? Да, спина болит страшно. Поясница просто отваливается. Ну, а почки вроде ничего. Отеки, правда, сильные. Давайте я посмотрю вас. Угу. Вам надо беречь себя. Вам еще детей растить. Ой. 37 недель. Я, конечно, оставила бы вас здесь. Дожидалась бы схваток. Нет, ну что вы. Я не могу. У меня же дети. Нет, точно нет. Я когда схватки приеду. Да. Лера, почему ты не приходишь на осмотр? У тебя сильный токсикоз. Я видела твои анализы. Давай собирайся, приезжай немедленно. Если не хочешь ко мне, давай отведу тебя к другому врачу. Да, хорошо, я приеду. Прямо сейчас приеду. Забрать тебя? Минутку. Настя, которая вчера рожала, ей плохо. И сейчас иду. Хорошо. Лера, я жду тебя, приезжай. Анна Петровна, ничего не понимаю, ей лучше уже было. Воды. Аппетит появился, но дуру голову запрокинула, начала задыхаться. Так, Соня, давай, реанимацию вызывай. Сейчас. Давай быстро. Что-то среагировала на что-то. Андрей Юрьевич, там опять реанимация нужна. Это диагноз, Андрей Юрьевич, предварительный. Консилиум собирать нет времени, поэтому лично я за срочную операцию. Хорошо, будем готовить к операции. Отправляйте его в операционную. Анна Петровна, вы свободны. Это не в вашей компетенции. Лерка, привет. Хорошо, что пришла. Что у меня с анализами? Да вот не очень тут. Я тебе хотела сказать, если ты мне не доверяешь, не хочешь наблюдаться у меня, я могу тебя отправить к другому врачу. У нас много специалистов, и все отличные. Что с анализами? Неважно у тебя анализы, Лера. Если сейчас не обратить внимания, то, возможно, просто придется прервать беременность. Вот и все. Аборт? Ты что, издеваешься надо мной? Ты просто повод такой нашла? Эй, Анна Петровна, у тебя? Девушка! Девочка! Эй, спасибо, милая, спасибо! Остановитесь, говорю! Я буду рожать. Хочешь ты этого или нет? Тебе ясно? Анна Петровна, доктор, нас подходит. Подождите, там врач отдыхает. Пожалуйста, давайте тогда один мой дедушка. Спасибо, Соня. Анна Петровна, я сюда нас не остановить. Спасибо, вот цветочки возьми. Чтоб твои дети тоже были здоровы. Слушай, мы тебе благодарим. Весь роддом благодарим. Ты нам такое сделала. Ты нам девочку спасла. Ты нам ребенка родила. Где мужчина, который вез нас?
Игорь, он просто, я думаю, вот. Живет, он не работает. Ему... О, я тоже хотела подарок ему. Слушай, спасибо тебе огромное, большое. Ты обращайся, если что, мы тебе обязательно поможем. Телефон, запиши. Мы просто хотели поблагодарить. Спасибо. Лера, мою дочку не видели? Ой, Анна Петровна, она уже ушла быстро так. Ну, как там? Нормально, не волнуйся. Прооперировали, уже спит. Угу. А Андрей, между прочим, был на высоте, как ассистент. Ко мне Лера приходила, опять поругались. Да ты что? А ты знаешь, мы с тобой сейчас поедем домой. А мы с тобой, Ань, будем весь вечер петь. А Витька с ума не сойдет? Да, это точно. Ну так ничего, иногда полезно. Будем с тобой весь вечер отдыхать, да? Сюрприз сделаем. Витя, посмотри, кого я привела. О, Ань, приветик. А куда это ты собрался? Нин, так я это, понимаешь, такие дела, понимаешь ли, командировка у меня. Какая еще командировка? Обычная. Я уезжаю прямо сейчас. Ты мне ничего об этом не говорил. Это если бы я 10 минутами позже пришла, я бы тебя не застала? Не, ноль. Так я тебе там на кухне записку там оставил, написал. А, написал мне записку. Спасибо. Ну ладно. Поезд у меня. Давай, до скорого. Пока, Ань. До свидания, Витя. Ань, вот что это только что было, а? Я просто уверена, что у него кто-то есть. Давай мы сейчас поедем ко мне. Ты мне поможешь с Леркой помириться? Угу. Все лучше, чем одно. Угу. Да, поехали. Нин, перестань расстраиваться. Может, он правда в командировку уехал? Мы столько лет вместе, как сиамские близнецы. Да, Аня. Только, видно, пришло время разделяться. Прекрати. Сейчас приедем в нашу женскую компанию, посидим. Грустить отменяется. Лера! Лер, ты дома? Вот и Лерки нет. То есть все нас бросили?
Нин, я даже поспорить с тобой не могу. Что-то у меня ничего в жизни не получается. Не могу я оставить этого ребенка. Ну, как я его буду рожать? Одна старая тетка. Ты не старая. 42 – это еще молодость. Ну, не для родов, Ань. Уже мои дети рожать должны. Нин, я категорически против убийства. А аборт – это убийство. Но не могу я его оставить. Понимаешь? Не понимаю, Нин. Прости, я не понимаю. Анна Петровна будет с минуты на минуту. Да-да, я подожду. Здравствуйте. Анна Петровна. Анна Петровна. Почему мы так долго ждем? Не волнуйтесь, рожает, родим. Нет, она мучается уже 2 часа, и никто не приходит. Знаете, мне кажется, что никому нет дела. А человек рожает, между прочим. У нас каждые 2 часа рожают. Вы не переживайте, езжайте домой. Ваша жена родит, мы вам позвоним. Нет, я домой не пойду. И, кстати, а она мне не жена. Ну, а ребенок-то ваш? Ребенок мой. Мы же договаривались, что я буду присутствовать при родах. Понимаете, она без меня не родит. Правда? Да, я понимаю. Вы, врачи, циничные люди, конечно. Но я не такой. Я впервые буду отцом. Простите, у меня нет времени на вас. Это незаконно. Я имею право. О правах заговорил. Простите, у меня роды. Тихо. Да помогите же! Ирина Евгеньевна, готовьте смотровую. Дыши. Уйдите, пожалуйста, дышите. Отдыхаем. Сейчас будет схваточка. Так. Отдыхаем. Вы куда, молодой человек? Ну, вы еще откуда? Уйдите немедленно. Нет, я никуда не пойду. Это мой ребенок и моя жена. Так что я остаюсь, а вы командуете, что делать и чем помогать. Отдыхаем. Упадете в обморок, никто вами заниматься не будет. Светик, помнишь, что училась дышать? Давай. Не помню. Молодой человек, папаша. Давай, Светик, дыши. Уйди. Вы мешаете. Я вас позабочу. Давай, дружимся. Давай, помогите, все будет хорошо. Помогаем, давай. Мамочки. Я не могу. Давай. Молодец. Еще. Нечка. Молодец. Да, молодец. Давай. Еще раз даже дыхай. Вот, давай. Молодец. Давай, а сейчас. Нечка, давай. Душься. Кто у нас родился? Ну, папаш, заходи. Ты как? Незаконно рожденный мальчик у вас. Папа. А мы поженимся. Завтра прям. Что, иногда и мужья помогают при родах, да? Этот папочка меня вообще удивил. Ругался, хотел меня уволить. Слушай, Аня, давай уже зароем этот идиотский топор войны. Давай попробуем. Я правда не понимаю, что со мной происходит, но Лера для меня особенная. Я с ума сошел. Я вот как этот папаша готов слюни пускать, так хочу своего ребенка на руках держать. Такого раньше со мной не происходило. Изменишь, убью. Я всю свою жизнь меняю. Причем это осознанно. Лера и
наш малыш – это все, что мне сейчас нужно. Надеюсь, что это так. Это так. Я сам до конца не знаю, как это глубоко, но я это чувствую. Привет. О, привет. Даже не узнал тебя сначала. Правда? Как интересно. Подожди, подожди. Давай сегодня сходим и начнем. Разомнемся потихоньку. Угу. Ну, походи. Ой! Анюта, ну что ты? Ой, мамочки. Ой, как же ее подвернуло-то? Аккуратно давай. Ой, как же вроде нормально бежал. Ой. Аккуратно садись. Дай я посмотрю. Тише, Аня, спокойно. Видишь, уих. Небольшой, но уих. Очень больно. Ой, я даже не могу согнуть, как же теперь на работу пойду. Тоже мне врач. Совсем себя загнала на нервной почве. На ногах не держишься. Ой, мамочки. Ой, мамочки. Ладно, все, вставай, аккуратно пойдем. Потихонечку. Слушай. Сейчас. На ногу не дави. Сейчас. Потихоньку. Ой, сейчас. Ай, понятно. Сейчас. Давай на меня всем весом облокачиваемся. Угу. И пойдем потихоньку. Давай вот так. А. Давай. Ой, даже наступить не могу. Слушай, очень больно. На пятки. Попробуй на пятки. Нет? Нет. А вот так ничего. Ну. А! Ну, пойдем еще присядем. Можно я вот так вот допрыгаю до той лавочки? Сейчас. Может, я разотру, а? Ну, подожди-ка. А что ты разотрешь-то? Вот как-то... Ай! Все. Ой, сейчас как все течет. Я же знаю, как это... Ой, не танет. Ой, если в следующий раз обещаю, я тут... Ой, всех бегунов на дорожке уберу. Давай пообещай мне уже, а? А то у нас с тобой не тренировки, а какая-то скорая помощь постоянно. Лера, как себя чувствуешь? Опять? Потерпи, моя милая, я придумаю что-нибудь. Пришли анализы. Лера, они ужасны. Все хуже и хуже. Это уже не шутки. Я тебе говорила, что мать Леры умерла во время родов. Я все это помню. Я и сам в панике. Ее рвет по несколько раз в день. Давление постоянно поднимается. Так, ее надо класть и наблюдать. Если понадобится, прерывать. Нет. Надо сделать все, чтобы спасти их обоих. Тогда уговори ее приехать. Ее надо класть сегодня, сейчас, без вариантов. Ань. Ну, переоделась бы, что ли. Не укройся. Ой, я потом переоденусь, сейчас полежу немного. Ну, когда потом? Мне уходить надо. У меня дети, туда-сё, ужин. Люсь, ну, что ты приехала-то, а? Как что приехал? Ты бы слышала свой голос по телефону, сама бы приехала. Еще боялась бы, что не успеешь. Не дождетесь. Аня, ты меня прости, но я позвонила Игорю. Зачем? Ну, как зачем? Как я могу тебя оставить в таком состоянии? Аня. У меня такой роман. Вообще, мама дорогая сейчас. Ань. Беременная я. Да ты что? Как здорово. Ой, как здорово, Люсь. Но тест я пока не покупаю. Пусть все идет, как идет. Так нельзя, надо провериться. Ты лучше собой займись, доктор. О, это Игорь пришел. Привет. Привет.
Привет. Привет. Ой. Ну что, какая? Представляешь, 36,6 – это такое ощущение, как будто 39, не меньше. Все понятно. Ну что, голубки, я побежала. Игорь, я надеюсь. Пока. Пока, Люсь, спасибо. Ну что, пора выздоравливать. Да какой выздоравливать? Я даже поболеть не успел как следует. Как твои дела? Так, чуть отпустила. Естественно, ты сразу свалилась. Так, все, давай, вставай. Да нет, ты смеешься, я вообще пошевелиться не могу. Вставай, через час забудешь, что ты лежал. Игорь, ну, пожалуйста, я еще полежу немножечко. Игорь, у меня сил вообще нет. Вставай, лежать точно нельзя. Руку. Вперед. Ты, конечно, можешь смеяться, но твоя болезнь – это твои нервы. Все болезни от нервов. Надо выбить это из себя. А лучше всего выговориться и побежать километров 10. Да я 100 метров не пробегу. Я тут сейчас лягу и умру. Ничего, ничего. Это поначалу тяжело, потом все легче и легче. Ты опирайся на меня. Ты положи меня лучше здесь, прям на асфальте. Я тут так концы вот и отдам. Так. Слушай, помнишь такую шутку? Не торопитесь, из вас не начнут. Давай, 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 давай. Побежали. Побежали, побежали. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Посмотри, белок растет, давление остается. Я привез Леру. Разместил ее уже в палате. Ну, ты же понимаешь, что по показаниям прерывание однозначно, без вариантов. Тем более, учитывая роды и смерть ее матери. Андрей, 99% из 100, что Лера не выживет. Высокие, анализы очень плохие. Вера, я предлагаю тебе. Лера, вопрос не в том, ты или ребенок. Вопрос в том, чтобы сохранить себе жизнь. Мам, ты же меня рожала как-то, правда? И ничего, тебе же плохо не было. Ну вот и я рожу тоже. Таких улучшений вообще нет. Давай я с ней поговорю. Скажу ей, наконец, что ты ее не родная мать. А ее родная мать умерла именно при родах. Не надо, спасибо. Я сама должна с ней поговорить, все рассказать. Ладно, хорошо. Сама. Сейчас пойду поговорю с ней. Лера, думай. У тебя очень плохие анализы. Давление высокое. Нет. Нет, ну ты же меня как-то родила, и я рожу. Я не твоя родная мама. Я тебя удочерила. Твоя мать умерла, когда тебя рожала. Спокойно, спокойно. А
Что такое, Анют? Все нормально. Ну, перестань. Ну, все хорошо. Да. Ну, хочешь? Хочешь, просто погуляем? Да. Пойдем. Ты зачем пришла? Лера, знаешь, я тут думала долго. Я рожу этого ребенка по-любому. Так как ты вообще мне не мать, я тебя слушать не собираюсь, уж извини. Смотри, как ты выровнялась. Хорошо бежишь. Так мы с тобой, правда, на марафон зайдем. Но это ты меня перековал. Для меня теперь бег не изнурение, а мир, добро, порядок и здравый смысл. Я тебя еще не перековывал. Игорь, знаешь, даже не начинай, я все помню, ты же мне все объяснила. Просто ты знаешь, что я тебя жду. Сколько там тебе нужно? Год, два, десять? Просто я тебя жду, а ты давай беги, не сбавляй темп. Спасибо, Игорь, ты лучше всех. Это потому что мне от тебя ничего не нужно. Мне нужна ты вся, целиком. Ой, извините, можно поаккуратнее, пожалуйста. Я прошу вас, но больно. Я поняла. Аккуратнее, пожалуйста. Хорошо, конечно. О, Господи. Помогите, пожалуйста, женщине плохо. Очнулась. Слава Богу. Как вы? Голова кружится очень. Выйти сами можете или лучше скорую вызвать? Вы знаете, я беременная, поэтому надо скоро вызвать. Сейчас, я поняла. А где я? В салоне красоты. Алло, скорая?
У нас женщине тут плохо. Беременная. Какой у вас срок? Я не знаю. Не знает, какой срок. Приезжайте срочно. Но я знаю, что я беременная, точно. И мне... Беременная, точно. И мне надо в 104-ю клинику. В 104-ю. В 104-ю клинику просят отвезти. Да, ждем. Спасибо. Проходите. Вот она сознание потеряла. Сознание потеряла? Ой, потеряла. Давайте посмотрим. Ой, извини. Ну вот. Да, алло. Что? Я сейчас еду. Да, немедленно. Люсю скорая забрала. Ань. Игорь, ты отвези меня, пожалуйста. Она беременная. Удивила. Какой тут марафон, когда у нас одни роды постоянно. Поехали, садись. Нет у тебя беременности, Люсь. Как нет? Нина, иди посмотри. Справа видишь? Ого. Что ого? Ну, не ого. Да ну, естественно. Что ого-то? Сейчас, Люсь. Все хорошо. Андрей Юрьевич, вы сейчас свободны? Не могли бы подойти ко мне в кабинет? Спасибо. О. Да ну, не переживай, ну. Здрасте. Посмотрите, Андрей Юрьевич. Я не ошиблась? Да. Спасибо. Что да-то? Все нормально. Люсенька, это не беременность. Нужна тебе операция. И как можно быстрее. У тебя большой узел. Люсь, требуется консервативная миомэктомия. Надо вовремя удалить, вот и все. А, ну, надо так надо. Подожди, а как же дети? Я не могу надолго оставить детей. Ну, ничего страшного. Мы сейчас должны думать только о твоем здоровье. Я посижу с мальчиками, конечно, да? Конечно, да, и Нина мне поможет. Посидите. Я посижу с мальчиками, не волнуйся. Спасибо, спасибо конечно. Большое. А детей-то я смогу иметь потом? Да сможешь ты иметь детей, но перестань. Да, не волнуйся, Люсечка. Главное, сделать побыстрее операцию. Аня. Аня. Да не могу, я не могу. А чего ты не можешь? Ты врач с огромным опытом. Люся моя подруга. И есть какая-то этика, правила в конце концов. Ладно, хорошо. Все просто. Не волнуйся, я ее прооперирую. Ты права, есть этика и правила. Спасибо. Хотя, в общем-то, ты не должен это делать. Ну, я все-таки врач. Простите меня, пожалуйста. Ничего, ничего, бедняжечка. Ты больше так не будешь. Тощая такая, сил у тебя нет совсем. Вот ничего. Ничего, я рожу. Я буду снова здоровой и румяной. Ну вот, вот, правильный настрой. Так и нужно говорить, котеночка. Нин, ты что? А? Приехала. Аня, Витя из командировки. Приехала и... С Витей что-то? Двадцать пять лет, Аня. Сказала, что ему нужно у товарища пожить. Так ты сказала, что беременная?
Да нет, Ань, ну... почему ты не сказала? Обязательно надо было сказать. Обязательно, Нин. Послушай. Ань, если у него кто-то появился, зачем ему эти подробности? Ой, да никого у него нет, Нин. 25 лет. Это ведь не шутки. Ты что? Анечка, пожалуйста. Ну что ты? Ну? Ты моя самая близкая подружка. Ну почему же ты мне не сказала? Сделай мне аборт. Где реанимация, я скажите? Вас слушаю. Зачем вам реанимация? У меня здесь жена лежит. То есть будущая жена. Вы куда, молодой человек? Так, давайте, давайте. Да вы что? Где здесь реанимация? Я еще раз спрашиваю. Роженица у нас водитель. Да что же вы делаете? Анютка, спасибо тебе большое, что я без тебя делала. Ну ладно, милая моя, это ж не я, это вот кто все. Это он все сделал. И, между прочим, отлично справился. Видимо, не так уж он и плох. И профессионален, зараза. Вот даю тебе честное слово, больше никаких приключений. Ну, не берут меня замуж богатые мужики, ну, не берут. Ну, не нужны нам эти миллионеры, от них одни проблемы. Мы же можем ее увидеть, в конце концов. Вашей жене, да. Вашей будущей да, жене да. сделали сложнейшую операцию. Хорошо. Вы понимаете, она только начала приходить в себя. Мы все это понимаем, и да, да, да. И заведующая пускает, да. Только, понятно. Только если тихо. Понятно. Вы понимаете? Ну, вы понимаете? Глаза. Посмотрите в эти глаза, посмотрите глаза детей. Мы хотим ее видеть, мы любим ее. Понимаете, мы должны ее увидеть. Вы... Надеюсь, тоже меня понимает. Вот буду жить теперь для детей, в конце концов. Мать я или не мать. От этих мужиков одни неприятности, одни проблемы. Очень хорошо. Постойте здесь. Мы стоим здесь. Все. Все. Да. Дети, Анна со мной. Анна Петровна. Да. Там так, дети, аккуратно. Заходим, заходим. Аккуратно. Малыши так, мои. А в чем дело? Анна Петровна, вы же говорили, что сыновья извините, можно. Пожалуйста. Сыновья можно, Леша, а вы дорога, кто? Как ты, моя хорошая? Это мой рай. Как ты, моя хорошая? Когда я узнал, что с тобой случилось, и понял, что тебя могло и не стать, я... Люся, Люся, моя хорошая, любимая, стань моей женой. Ань. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Ой, давайте я составлю на несколько минут, да? Стоять! Никто палату не покидает. Вы тоже, пожалуйста, сюда. Пожалуйста, пожалуйста. Вы сейчас мои свидетели. Куда вы идете? О чем вы говорите? Люсенька, милая. Вы мне извините... Только после наркоза, Люсенька. Ей побыстрее минутки две, и все, выходим. Да-да-да, я все понимаю. Люся, ты согласна? Я готов тебя сейчас же увезти, куда ты хочешь. Я готов тебя холить, лелеять, беречь. Главное, чтобы ты была здоровая, живая и только рядом со мной. А дети, кстати, согласны? Дети? Так, минутку, минутку. Вот видишь? Минутку, никаких отвезти. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Вы меня слышите? Так я все понимаю. Вы вообще смеетесь, что ли? Все я понимаю. Все я понимаю. Ну, скажи мне, дорогая, родная моя, ты согласна? Конечно, Радик, я согласна. Ты моя хорошая. Вы это слышали? Самая красивая, самая шикарная девушка станет моей женой. Ты королева, ты царевна, богиня. Люблю тебя, моя родная. Друзья, мы выйдем. Да. Радик, да. Люся, мы... Вот, сейчас вы можете идти, куда вы хотите. Можете сегодня не приходить, кстати. 10 минут вам даю. Через 10 минут я вас выгоню. Хорошо, спасибо. Милая, как ты меня напугала. Надевай кольцо. Давай. Тут все, что тебе можно по диете. Только, пожалуйста, не соли и прекрати просить соли, мне от персонала все равно не дадут. Потом, когда родишь, куплю тебе бочку соленых огурцов. Договорились? Спасибо. Слушай, я тут думала. Не могу я с Аней ругаться? С мамой. Я не могу ее так называть. Не надо, Лера, не передергивай. Вообще не надо крайностей. Аня для тебя, она... Да, да, все сделала, воспитала. Замуж не вышла. И врала всю дорогу. Давай, надо поесть. Ничего, все будет хорошо. Нужно только немножко потерпеть. За что мне тебя такого дали? Это мне тебе дали. Совершенно ни за что. Как себя чувствуешь? Да. Потихоньку. Голова только болит чуть-чуть, а так терпимо.
Давай поженимся. Ну, конечно, рожу и поженимся. Нет, ты не поняла. Прямо сейчас поженимся. Мне ж вставать нельзя, ты сам сказал. Лежа прямо здесь, в палате, я привезу сюда всех, кто нужен, там всех этих теток из ЗАГСа. Ты что, с ума зажил? Зачем? Я вся отекшая, у меня живот на носу. Потом по-человечески все сделаем. Ну, хорошо. А ты все равно подумай, ладно? Вить, я хотел поговорить с тобой. Если ты насчет приезда... Вить, мы с тобой знакомы 25 лет. Мне тебя судьба оптом с Ниночкой подарила. Мы с тобой уже даже не друзья, и мы с тобой вообще больше, чем родственники. Аня, чего ты хочешь? Ты знаешь, что Ниночка беременна? Чего? Того. И она не хочет оставлять ребенка. Вите надо что-то делать. Ниночка боится. Ну, конечно, мы уже не дети, возраст. 40 с лишним лет. Ты как мужчина как-то должен вообще проявиться, нет? То есть, тебе она сказала. Когда? Неделю назад или две. Да какая разница? Надо меры принимать. А мне не сказала. Вить, у вас кризис пройдет, а ребенок – это дар Божий, на кону целая жизнь. Ну, ты понимаешь, о чем я? Ань, ты знаешь, мы вот тут вот сейчас с тобой поговорили больше, чем я с Ниной за целый год. Да, мы прожили целую жизнь именно. И перестали друг друга воспринимать. Она ко мне относится как к шкафу. А я к ней как к тумбочке. Ничего не осталось. Ничего. Даже такую новость она сначала сказала тебе. Вить, да мы просто на работе целый день вместе. Мы же подруги, все время разговариваем о чем. Вот именно. А мы с ней нет. Мы чужие люди. Прости. Идите сюда. А ребенок от кого? Так, Аня, все, стоп. Ну что? Все, все, стоп, я сказал. Ну что, ну в чем дело? Ну только я возьму нормальный темп, дыхание, ты меня тормозишь. Это тебе кажется, что темп нормальный. Совсем себя не чувствуешь. Привыкла работать на износ. Если так бежать, не то что марафон, 5 километров не пробежишь. Так, все, давай, потихоньку трусцой. Потихоньку. Ты опять какая-то взвинченная. Да глупость, Игорь. Я, как обычно, хочу подруге помочь. Ниночка у меня беременна. А муж у нее не в курсе, он, видите, обижен. Никак не могу понять, почему люди не могут сесть и поговорить, и все выяснить. Такая пара замечательная. Жили бы счастливо, весело. Конечно. У тебя же все само отлично. Чего? Ну, раз ты так готов советовать другим, в твоей жизни все просто зашибись, правда, да? Ну, зачем ты так? Я знаю их всю жизнь. И со стороны это виднее. Ну, именно. И вот мне со стороны виднее, что ты лезешь не в свое дело. Как не в свое? Они мои друзья, я должна им помогать. А тебя просили. Слушай, понимаешь, что она хочет избавиться от ребенка? Муж вообще не в курсе. Ай, тебя никто не звал разруливать чужие ссоры, это раз. Ты в своей жизни пока еще ничего толком не понимаешь, это два. Куда ты лезешь? Зачем? Я никуда не лезу. Лезешь. Я даже знаю, зачем. Ты просто убегаешь от себя и от своих проблем. Конечно, проще всего заниматься другими. Ты сама с собой разберись для начала. Ну ладно, проповедник. А ты у нас достиг нирваны, у тебя все в порядке? Нет, не достиг. И у меня далеко не все в порядке. И поэтому я не пытаюсь устраивать чужие жизни, а занимаюсь своей. Интересно, как? Давай мне советы. Бегаю с тобой. Стараюсь о тебе заботиться. Жду, когда ты наконец поймешь, что я твоя судьба. Потому что я про себя уже давно все понял, Аня.
Не волнуемся, все у нас хорошо, вовремя приехали. Так, я сейчас подойду, а Сонечка глюкозку прокапает. Да? Конечно. Аккуратненько, не спеши. Аня, это у кого седьмые роды подряд? У этой, что ли? Александра наша, да. Так ты видела, там же костей вообще нет. У нее трое последних родов с осложнениями. Ты посмотри. Там и поздний токсикоз, и симфизит, и гипоксия. Такой букет просто закачаешься. Ладно, будем кесарить. Вот с мужем ее я поговорила. Объяснила ему. Мне очень интересно, кто у нее муж. А, модный такой парень. Знаешь, считай, что рожать каждый год – это круто и прикольно. Да уж, круто, нечего сказать. Здравствуйте, Антон Егорыч. Да, здравствуйте. Там все в порядке? Я могу ехать на работу? Я хотела бы поговорить с вами. А что-то не так? Не так. Вы понимаете, мне очень важна презентация нового проекта. Если нужны деньги, лекарства, вы говорите. Я все плачу, и все будет нормально. Ситуация крайне тяжелая. У вашей жены обострение симфизита, и она не сможет сама родить. Как не сможет? Мы, конечно, делаем все возможное, но роды седьмые, почки слабые. Я бы на вашем месте поддержала супругу. Мы не можем дать прогноз, чем закончатся роды. А чем они могут закончиться? Антон Егорыч, я бы на вашем месте не уезжала. Да и черт с ним, с этим проектом. Сами без меня там разберутся. Все, я остаюсь. Вы скажите, что делать? Куда мне надо? Ну, ну давай, Лера. Это. Нет. Может, это? Ну, нет. Это мрачноватая какая-то, нет? Не знаю, ты выбирай, главное, чтобы тебе нравилось. Я не могу. Тем более, зачем сейчас? Ну, пока ты здесь, я ремонт хочу сделать. Мне там лет 10 уже ничего не обновлял. Вернешься, будет чисто, красиво. Ну, тебе и так все хорошо. Нет, у меня свежести не хватает. Мне более нужно же где-то мальчишки на чистых обоях, там танчики, самолеты рисовать. А то есть ты уверен, что будет мальчик? А если девочка? Девочка. Я как-то об этом не подумал. Ну да, представляешь, у людей иногда рождаются девочки. Не, у нас будет точно мальчик. Вот он, маленький сыночек у нас такой родился. Да. О, пришел в себя. Сын у тебя родился, а папка тут валяется на кушетке. Как? Как? Пошли. Вы меня простите, я Проходи. Первый раз. Солнышко. Как папа себя чувствует? Нормально все. Мы рады. Маленький. Сын у вас. Сонечка, забирай. Так а можно? А я же не знал, что нужно. Я думал, это быстро, раз, два и все. Ну да, почти как на работу сходить. Да. А подержать можно? Ну, если слово дадите, с ребенком заниматься, на ручки дадим. Жене помогать в выходные. Как вы на это смотрите? Тихо, хорош. Обещаю, буду. Жене будем помогать? Конечно. Сонечка, дай папе подержать. Тихо. Аккуратненько, головку держим, голову держим, голову. Все, папочка. Как назовете сына, пап? Как Миша хотели назвать. Здравствуйте, Ниночка. Здравствуйте. А чего вы в форме? У вас же выходной сегодня вроде. Видите? Нашлись у меня дела и в выходной. Я не хочу, чтобы ты на это смотрел. Говори глупости, я же врач. Тебе же все равно противно. Даже если тебя стошнит мне на голову, мне все равно не будет противно. Я переживаю, что это в принципе происходит. Ничего, вот рожу, и все пройдет. Да, да.
Очень на это надеюсь. Проходи, проходи, моя милая. Я за анестезиологом. Проходи, не стесняйся. Да. Да, я жду. Жди. Лерина. Ты понимаешь, совсем плохо дело. Надо кислорить. Но для ребенка слишком рано. А для нее может быть поздно. Что ты здесь делаешь? Не нуль. Мне Аня все рассказала. Зачем? Ну зачем? Не нуль. Не нуль, я. Я без тебя совсем не могу. Я даже не привык. Должна была тебе это рассказать. Ты же постоянно занят. Ты или на работе, или в командировке. Я тебе нормально доброе утро сказать не могу. Скажи, когда мы с тобой последний раз вместе гуляли? Да когда мы просто засыпали с тобой одновременно? Ты всегда занят. Да это ты все время занята. Ты то на работе, то с подружками. Я тут все время один. А зачем ты это говоришь? Да я спать ложусь, а ты еще потом по 3 часа каждый день досматриваешь этот свой идиотский Евроспорт. Ты понимаешь, что у меня токсикоз? Мне очень-очень-очень плохо. Так вот что, знаешь что? Давай, поехали домой, я все понял. Нам просто надо вместе побыть хотя бы недельку. Витя. Из дома тебя никуда не выпущу и сам никуда не уйду. Где твои вещи? Да вещи где твои? Я не могу сейчас уехать. Почему? Аня сейчас ко мне придет. Ну ничего страшного. Ничего страшного, мы к ней еще вернемся. Мы к ней вернемся через 9 месяцев. Подожди. Что? Ну подожди, Витя! Ну что? Ты уверена, что угроза жизни больше риска оставить все как есть? Что ты меня спрашиваешь? Ты сам врач. Мы оба знаем, что как врач ты меня лучше в 100 раз. Уверена. Ребенку уже 26 недель. Можно попытаться вырастить его в кювезе. Это вполне жизнеспособный плод. Андрей, для начала его надо родить. Я знаю. Я все это знаю. Я просто хочу попытаться. Ты это понимаешь? Да понимаю я. Понимаю, я все принимаю. Все простила и забыла уже все. Поверь. Спасибо. Андрюш, просто в жизни так все складывается, как должно быть. Просто мы не всегда принимаем это сразу.
наверное. Мы постараемся спасти их обоих. Ну, как вы себя чувствуете? Ой, я смотрю, сегодня намного лучше, да? Да, вон даже аппетит проснулся. Яблоко съела, которое мне Андрюш принес. А наш новый главврач, такой молодой, красивый мужчина, говорят, ради вас всех своих подружек бросил. Представляете, какой, а? Положительный мужчина. Подождите, вы сейчас про Андрея? Ну, про Андрея Юрьевича. Он же наш новый главврач. Андрей что, здесь работает? Он у нас самым главным врачом работает. Он же вас сюда положил. Я думала, Анна Петровна. И Анна Петровна тоже. Но без согласия Андрея Юрьевича у нас здесь ничего не делается. Стоп, так это про него рассказывает? А где сейчас Анна Петровна? У себя, наверное. Пусть... Ложитесь, ну что же вы делаете? Ложитесь. Попробую с ней поговорить. Мы же пытаемся спасти обоих. Она должна понять. Может, лучше мне? Может, лучше вместе? Давай вместе. Анна Петровна, и хуже стало. Ее рвало. А потом она вскакивать начала. Так у нее давление вверх пошло. Вскакивать? Да она к вам хотела пойти. Что за бред? Что было до этого? Все было как обычно. Ставьте капельницу, будем снижать. ДГ капельницу. Андрей, давай-ка выйди. Аня, надо утром кесарить. Это риск. А сейчас не риск. Надо снизить давление, так мы и ребенка спасем. А сейчас он не выживет. Я боюсь. Ничего, я от нее не отойду. Я сама не отойду. А если она не перенесет? Давай будем готовы в любой момент. Но протянем сколько можно, хотя бы час-два. Реакция на препараты. Состояние стабильное, подождем еще. Упала немного. Ой, ну слава богу. Сдвинулась. Андрюш, иди домой. Нет, нет, я не сплю. Завтра надо будет делать кесарево. Ты сможешь? Лучше ты отдохни. Ты после дежурства. Андрей Юрьевич, Анна Петровна, давайте вы оба пойдете и здесь где-то ляжете. Я посмотрю за ней. Если что, я вас позову. Хорошо? Я вот здесь усяду. Потом пойду в ординаторскую спать. Мне здесь вообще отлично. Я тогда пойду посплю в свой кабинет.
Ты позовешь меня? Да, конечно. А я вам нужна? Идите. Угу. Позовете. Привет. Прости, разбудила? Прости, пожалуйста. Нет, ничего не случилось. Ну, да, случилось. Лере плохо, и я в больнице. Я просто так позвонила. Не, ну что ты? Я до утра буду здесь. Нет, 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 не надо. Зачем? Ой, Игорь, мне так неудобно. Ну, ну ладно. А ты правда приедешь? Угу. Я поняла. Я постараюсь. Приезжай. Thank you.
А вот и мама. Вот, вот, вот. Тихо, тихо, тихо. Вот такой малыш. Я все знаю. Сейчас надо набираться сил, все остальное не важно. Важно. Я знаю, что ты меня не рожала, но я только сейчас понимаю, что ты есть моя настоящая мама. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Все хорошо. Я знаю.